Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также нумизматы, любители коллекционирования. У нас сегодня на обзор, у нас сегодня такой вот обзор продажи, можно так даже сказать. Будут у меня в группе в Facebook эти монетки выставлены. Вот, у нас сегодня обзор царского серебра. Сейчас быстренько вместе с вами их также взвесим, покажем их состояние. Вот, сейчас мы их так отвинем и начнем с потихонечку их показывать для вам. Первая, кто, какая у нас монетка на обзоре, это у нас 20 копеек 1909 года. Вот. Так, гурт у нас серебристый, герб у нас вот такой вот, надписи ЕБ. Так, что у нас тут по этот, так, период император Микола II, период правления Николая II, это у нас 1894-1917 год. Эти монетки были в то время в обиходе, серебро 500-й пробы, так, аверс, вот, гурт у нас ребристый, диаметр 22, толщина 1,2, ну и диаметр мерить не будем, вот, видно, что монетка с обихода, такая вот, вот это хорошо проглядывается у нас изображение все, состояние просто отличное, цена по каталогу 800 гривен, сейчас мы ее быстренько свесим. Вес у нас 3,47. По каталогу 3,6. В принципе, допустимый. Весы у нас плюс-минус 1 грамм. По-моему, если не ошибаюсь. Может 0,1 грамм, 0,02. Не знаю точно. Вот. Ну, это китайские весы. В принципе, все сходится. То есть, по весовой. Следующий наш лот. Или как бы монетка. Это у нас 15 копеек. Уже в более хужем состоянии. Вот. 1905 года. Санкт-Петербургский печатный чеканный в Санкт-Петербурге, правитель период императора Николая II, монета с обихода, гурт у нас ребристый, материал серебро, 500-й пробы, вот такой у нас здесь двуглавый орел, затертые. Вот у нас надпись монеты Вор Санкт-Петербург, Россия, знак СПБ АР. Тираж у нас, кстати, 24 миллиона штучек. Вот. Сейчас мы ее взвесим. У нас веса у нас 2,7 грамма должно быть. 2,6 в принципе в норме. Так, следующая наша монетка. Это у нас 10 копеек. То есть император Николай II. Год у нас 1915. Монетка в таком вот отличном состоянии. Блестит прям. Вот. Гурт ребристый. Материал серебро. 500 пробы. Орел двуглавый. Отлично просматривается. Видно все гербы. Надпись ВС, вес 1,8 грамма, 1,84, то есть все в норме, вот, тираж у нас 82 миллиона 500 тысяч штук, это у нас известный тираж, цена 73 гривни по каталогу. Следующая наша монетка царская, это у нас 15 копеек 1906 года, монетка немножко затертая, видно и так, вот, период правления императора Николая II, вот. Год 1906, СПБ, Санкт-Петербургский монетный двор, гурт ребристый, вот,
Двуглавый орел, гербы затерты. Ну, монетка с обихода, надпись ЕБ. Что вы хотели, это монетка с обихода. Вес у нас 2,7 грамма. Проверяем. 2,76. Отлично, все сходится по данной монетке. Следующая монетка царская, уже более интересные года. Это у нас, ну, она, конечно, более такая подуставшая. Это 15 копеек, 1867 год, СПБ. Вот просматривается. Вот. Кота желажная цена у нас ее 120 гривен. Горд у нас ребристый. Двуглавый орел отличный. Все просматривается. НИ надпись. Вот. Вес у нас ее 2,7 грамма. Проверяем. 2,5. Но, возможно, из-за того, что она потертая, может и пару грамм потеряла. Тираж данной монетки уже не сильно уж такой большой по сравнению с этим. Всего лишь 8 миллионов 720 тысяч 11. Такая вот точная цифра. Санкт-Петербургский. Вот. И последняя у нас монетка на сегодня. На сегодня у нас последняя царская монетка. Будут еще монетки. Это у нас копеек 1870 года. Тоже очень интересная монетка. Каталожная цена 126 гривен. Горд у нас ребристый, немножко затертый. Герб у нас тоже немножко затертый, но просматривается. Надписи НИ. Как на меня состояние такое вот на четверочку. Вот есть окислы. Кто будет там, приобретет и будет заниматься, может ее немножко почистить, окислы убрать. Я их убирать не буду, не умею. Портить монетку не буду. Так, у нас вес 2,7 грамма. Сейчас весим. 2,41 грамма. Вот такой вот у нас вес монеток. Материал серебро. Серебро. Император Александр II, кстати, я не сказал. И 1860 какой-то там у нас год был перед этим. 1867 тоже император Александр II. Такие вот у нас сегодня на обзорчике монетки. Вот. Будут выставлены у меня в группе. Ссылочка в описании будет. Можно будет зайти, если вас заинтересует, купить. Всем спасибо за внимание. Всем до новых встреч. Не забываем подписаться, поставить лайк.